Свадебный театр «Подружки». Сцена первая, действие первое. Прошу вас, занавес. Да. Все, спектакль начался. Спасибо, первое действие завершено. Занавес. Мы снова в свадебном театре «Подружки». Спектакль специально для молодых. Действие второе. Прошу вас, занавес. Что, это все? Здравствуйте. Здравствуйте. Кем вы приходите с невесте? Я Юлина подружка. Мы ее очень любим. Вот мне пришли такие нарядные. Она такая у нас красивая. Мы желаем тебе, Юлечка, Саша, здоровья, самое главное. Сохраните вашу идиллию, вашу красоту в паре. Вы сегодня самые красивые, самые счастливые. Пока твоя подружка говорит заготовленный текст, давай поговорим с тобой по душам. Как ты познакомилась с невестой? Знакомились на работе. На работе, как это было? Мы пошли в парк гулять. О чем разговаривали в первый раз? О Саше. Итак, первый раз девчонок был о Саше, хорошо. О мужиках. О мужиках, да? А Саша уже был тогда с Юлей? Да, они уже давно. Что ты думаешь о Саше? Я люблю Сашу. Ты любишь Сашу? Та-да-да-дам! Занавес! Итак, свадебный театр «Подружки». Спектакль для молодых. Действие третье. Может быть, финальное, может быть, нет. Занавес. Так. Девочки, выпустите меня! Я его люблю только как друга! Вы меня не так поняли! Отпускаем? Отпустите! Оля, Диана, ну, отпускаем! Отпускаем! Да!
Все, все. И аплодисменты. Давайте поаплодируем друг другу, девчонки, вы молодцы. Девушки у туалета. Картина неизвестного художника. Не надо меня снимать. Еще мы хотели выразить огромную благодарность нашему видеооператору, он самый-самый супер-пупер, нашему фотографу, ну и, конечно же, нашему ведущему, без него бы все бы скучали, и вообще бы праздник не удался, а вообще вы все самые крутые.